да, динамично отразил. Удина тоже хорош был. Здорово, в окружении троих. Бокиня на Филиппа. Тут боковые ножницы. Ой! Какой удар попадает. Защита, мяч. Фантастический защита. Гол, да. Фантастический удар. Красивейший гол Филиппа. Потому что так все было быстро, что показалось, что мяч попал в перекладину. Но он вот успел перестичь ворота. Давайте смотреть. Бокиня в окружении троих. Здорово. Поднятие мяча и удар. Попадает вот здесь. После отскока. То есть изначально в перекладину, но потом уже мяч залетает. Вот здесь. То есть так сразу не разглядишь, потому что... Да, из-за ворота, посмотрите, вот здесь очевидно.